Всем привет, с вами Блейдер Чам. Сегодня у меня очередной тест сборки уже на Драндаггере. Меня попросил подписчик взять Драндаггер, поставить туда Ratchet 360 и Битпоинт. Весьма интересно. Я видел то, что люди имеют представление насчет увеличения агрессии Драндаггера, но здесь мы фактически ее даже убавляем. Посмотрим, что из этого выйдет. Соперники. Рина, Визард, Шилд, Лэнс, Желтый Шарк. Начнем с Желтого Шарка. А вот и 2-0 от Желтого Шарка. Первый раунд неудачный. Второй раунд. Пока весьма странно. 5-0 от Желтого Шарка. Сборка уже не на 5 баллов. Второй соперник Рина Хорн. Погнали. 2-0 в пользу Даггера. Второй раунд. Интересные атаки выходят. 2-2, Драндаггер взорвался. Третий раунд. Что ж происходит-то? 4-2. Ринокорну одно очко до победы. Возможно, последний раунд Ринокорну. Сильно вышло. 4-4. Драндаггер сравнял. Ну и теперь точно последний раунд. Ну что ж ты будешь делать? Ринокорн тоже делает эту сборку. Следующий Лэнс. Лэнса-то можно и взорвать условно, и выбить его несложно. Ну, не сложнее, чем того же Визарда, ну, или Шилда. Но нет, Лэнс пока делает 1-0. Второй раунд. Ой-ой-ой. Можно было взорвать. Взорвет. И 2-0 в пользу Лэнса. Даггер пока огорчает. Ну ладно, третий раунд, может, кто-нибудь извинит, что попробую ровно запустить. Да что происходит? И Лэнс делает Драндаггера такого 5-0. Ну ладно, следующий Визард Эрл. Ну давай. Хоть одного-то можно убедить. Хотя, в принципе... Что происходит? 3-0 Визард Эрроу делает. Это как? Почему Драндаггер так часто в экстрим финише вылетает, причем не самостоятельно, не по своей вине? Ой, неудачный экстрим дрифт. И не взорвет, да? И 4-0 от Визард Эрроу. Ну, возможно, последний раунд, если Драндаггер так действует. Окей, хорошо, 4-2. Может, веселье продолжится? Ура! Первая победа Драндаггера от сегодня, причем это вышел неплохой такой камбэк. Ну и последний соперник, Найт Шилд. Попробуй сначала косым запуском, как я и советовал вам запускать Найт Шилда. Ну и посмотрите, взорвал Драндаггера. 2-0. Теперь прямой запуск. Как попрыгал, однако. Интересно. Может, Драндаггер взорвет? Нет. Может, да... Нет, 3-0 пока в пользу Найт Шилда. Давайте еще раз прямой запуск. Чуть не вылетел, кстати, в экстрим дэш. В экстрим финиш Драндаггер. Но уберегло его. Судьба уберегла. А Найт Шилд делает уже 4-0. Ну и давайте последний раунд косым немножечко запуском. И Драндаггер косым. Непонятно, что происходит.
1-1. Драндагер взял очко. Ура! Интересно, продолжишь что ли веселье? Веселье продолжилось. 3-4. Ну тут уже и у Даггера реальные шансы взять. Может взорвать еще. Но походу нет. Или да. Что-нибудь будет. Нет. Все-таки 5-3 Найшилд забирает. По итогу наш Драндагер выиграл только Визартеру и проиграл другим 4 комбам. Оценка данной сборки, соответственно, 1 балл из 5, больше поставить не могу по правилам канала. Ну, может быть, она и не так плоха, если ей как-нибудь по-другому играть, но у меня в ролике вообще ей не везло, ну прям вообще. Ну, а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!